Здравствуйте. Мы с девушкой посетили тренинг регрессивный гипноз и хотим поделиться с вами своими впечатлениями. Тренинг прошел в приятной обстановке, чему способствовал голос Михаила Александровича Копытова, гипнолога, одного из ведущих специалистов Сибири. За два дня мы узнали много нового, обсуждали интересные темы, учились погружаться в состояние гипноза. Также получили навыки самогипноза и медитации. Этот тренинг мы можем порекомендовать всем, кто подвергается стрессам, те, кто разучился расслабляться или потерял ориентир в своей жизни, потому что регрессивный гипноз помогает взглянуть глубь себя и своего подсознания, возможно, увидеть картины прошлого или будущего, или получить ответы на свои вопросы. А если ничего не увидишь, все равно получите бесценный опыт погружения в гипнотическое состояние, сможете научиться отвлекаться от своих проблем посредством самогипноза. В общем, это был интересный опыт для нас. Спасибо.